В Иванове пропал молодой человек. Ремезов Никита Львович, 1989 года рождения. 20 ноября в 3 часа ночи он ушел из дома в микрорайоне ТЭЦ-3 и до настоящего времени не вернулся. Приметы парня. На вид 20-25 лет, худощавое телосложение, рост 180 сантиметров. Глаза серые, волосы прямые, темно-русые. Никита был одет в ветровку синего цвета, синие джинсы и белые кроссовки. Просьба всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения пропавшего, сообщить в полицию по телефонам 32 42 04 или 02.